На сегодняшний момент появилось очень много учителей и очень много учений, которые пренебрегают последней книгой из Библии. Это книга Откровения. Они говорят, что эта часть Библии нереальна. Она непонятна и абсолютно бесполезна. Поэтому не стоит и тратить время на ее изучение. Но на самом деле такие люди, понимая это или нет, исполняют волю сатаны и продвигают учение Антихриста по демонизации общества. Потому что в этой книге, в книге Откровения, показан выход, показано спасение из лап сатаны и ада для очень множества людей. Книга Откровения, она как где-то водитель для христиан в последнее время. И отвергая или не изучая книгу Откровения, мы сами отрекаемся от возможности Божьего спасения для нашей жизни.